Привет! Вы на канале Оля Мама. У нас сегодня, да, книжку мы читаем. У нас сегодня по расписанию учеба. Пришли садочка. Да, Ева пришла садочка. Принесла маме на кровать. Мама пока не отдыхает. Принесла маме на кровать книжечку. И мы ее благополучно читаем, да? Ну и Чупик у нас, как всегда. Не расстаемся. Это ее поощрение, что она в садочку сегодня была. Да? Ева. Забрали садочка, кажу, ты там никого не обижала сегодня? Кажу, ні. Никто от тебя не плакал? Ні. Слава Богу, да? Кицька. Ты кого там побачила? А? Юля сзади на нас там сидит. Улыбается, не хочет фиткаться. Почему? Почему ты не хочешь фиткаться? Голову не помила? Ай-яй-яй, ну хоть голос ты давай почуем. Так что у нас чтение. Ну, чтение у нас букву тле, да. У, букву А мы учим, да? Букву А учим? Ева. Це О. А де А? Ну, в общем, мы звіряток учимо. Круг, квадрат. И чуть-чуть абетку. Ну, Ева, она, как всегда, настаює на своих... На своих... Де А буква? Ананас. Де ананас? Ну, ты как... О, правильно. Ананас. Молодец. А баран де? Де баран? Буква Б. Баран. Б. Де Б? Баран. Молодець! Молодець! Ой! Ой, і Чупик випав. Ой, молодець! Там із там драка, розкажу, в общем, коротко о своїй болячці. Я ж думала, що у мене, як би сказати, мої гайморі пазухи. Так, не кричіть. Заложені, забиті. Сьогодні я була врача Лора нашого. Так? Вчора я зробила снімок вот этого места. Вот, сьогодні була врача, і, в общем, врач подивився на мій снімок і сказав, нічого не преувеличуй, ти все нормально, в тебе все нормально, но у тебе это последствия остеохондроза. Приписала мені таблеточки, в общем, попить. Вот, даже так, вот видите, друзья. Думалося, що у мене гайморит, а оказується, це все остеохондроз. Так що лічимо остеохондроз і стаємо, я не знаю, спортсменками і лікак. Сказали так, на фітнес бігом шурувати і займатися спортом. Так що всім, друзі, здоров'я бажаю з Євою. Бажаємо всім здоров'я, щастячка. И температура 36,6. Ты язык оранжевый? Конечно. Насмоктала. Конфета насмоктала. В садочек мы ходим. Не знаю, сколько сейчас там у нас человек ходит в садочек. Но сегодня забрали его. Мама! Сегодня забрали самую последнюю. В 5 вечера. Да. Який в тебя язык, дорогой, красивый. Ну, в общем, у меня герпес. Ну, в общем, короче, больная Оля мама. Да, голова, кажу, что болит. Голова болит, боли страшные. Это у тебя после остеохондроз. Я его не долечила, и он у меня, от, шейный оце остеохондроз, перейшов прямо на голову мне. Ну, в общем, короче, пью таблетки и жду результата. Мама! Да. Все, всем пока, всем бобра, пока.